Приятный вид на реку, как гарантия дорогих квадратных метров. Видимо, поэтому застройщики так активно борются за земельный участок на улице Парусной, который расположен в живописном месте на берегу Кубани. Сегодня сюда приехали краснодарские общественники вместе с губернатором. Неравнодушные жители переживают, что одна из компаний пытается получить разрешение на возведение здесь многоэтажек, несмотря на то, что территория находится в водоохранной зоне. Давайте исходить из того, что мы уже можем сделать сегодня. А схемы, они запущены и в 9-м, 10-м, в 11-м, 12-м годах. Схемы запущены. Схемы для того, чтобы эти территории были максимально застроены так, как кто-то хочет, но не горожане. Вот в чем вопрос. И мы сегодня, конечно, должны воспрепятствовать тем, кто хочет свои эти схемы, планы, в кавычках, реализовать. Но давайте делать то, чтобы, еще раз подчеркиваю, они не реализовали свои замыслы. Те, кто сегодня максимально хочет забрать у горожан оставшиеся зеленые зоны. Вот возможность, где можно построить эти парки. Одним местом активисты, конечно, не ограничились. Главе региона и мэру Краснодара показали еще несколько болевых для жителей точек. Болгарский остров находится через реку напротив микрорайона гидростроителей. Для города с его бетонными джунглями это место может стать отличной зоной отдыха. Правда, неизвестные, по словам общественников, вырубают там деревья. Чтобы остановить уничтожение зеленой территории, Вениамин Кондратьев предложил придать ей особый статус. Это место и все места, которые, возможно, еще не застроенными, сделаем особо охраняемой природной территорией. Пусть попытаются потом воевать. Когда это особо охраняемая природная территория, я уверен, станет на защиту этой территории весь город. Но мы должны помочь горожанам юридически защитить их зеленые зоны. Помочь горожанам, еще раз подчеркиваю, юридически защитить все зеленые зоны. Парки, скверы, острова, прибрежные вот эти все сегодня массивы. Вот это стратегическая моя задача и ваша. Как пример того, что особый статус действительно отбивает желание вырубать и застраивать зеленые зоны, сквер пограничников. Охраняемой природной территорией местного значения он стал в 2016 году. Сегодня это одно из самых любимых мест отдыха горожан. Ну, хотелось бы, конечно, еще, чтобы в сквере были установлены новые скамеечки, мусорницы. И, конечно, хотелось бы, чтобы было больше цветущих газонов. Сквер благоустроят в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Мэр Краснодара показывает губернатору разработанный дизайн-проект. Здесь заменят тротуар, установят новые скамейки и построят детскую площадку. Объективно красивый монумент. Красивый монумент. Сквер явно комфортный. Но есть нюансы. Где появляется красота, там появляются вот эти так называемые лоточники, понимаете, которые явно пытаются вклинить свои вот эти вот шашлычные, вы правильно говорите, или павильончики, для того, чтобы что-то там щипать. Ну, ребят, хватит. Другой уже сегодня Краснодар, я уверен, и должен стать другим. На данный момент в Краснодаре сформирована 101 зеленая зона. В этой работе местным властям активно помогают сами жители. После объезда по городу губернатор, мэр и общественники сели за стол переговоров. Такие встречи стали регулярными. Одна из самых дискуссионных тем – озеленение. Не только краевой столицы, но и по всему региону. По особо охраняемой природной территории. В целом касается всего края. Готовьте все необходимые обследования и документы, которые там необходимы для того, чтобы было постановление губернатора о создании особо охраняемых природных территорий. И лучше я подпишу и наложу ограничения. Границы особо охраняемой природной территории. Но границы должны появиться только в интересах жителей и Туапсинского района, неважно, Краснодара, возникнут в интересах. В том, что я сохраню территории для этих городов и для всего края. При этом учитывать необходимо не только мнение различных экспертов, но и самих жителей, которые явно не пожелают родному городу плохого. Мы разработали концепцию водно-зеленого каркаса города, способного регулировать микроклимат города в том числе. И нам бы хотелось, чтобы это не просто закрепленные зеленые зоны, перспективные зоны, а все-таки это было сделано с точки зрения регулирования микроклимата. Вы знаете, что в Краснодаре, к сожалению, массовая застройка не дает возможность проветривания города. Все предложения по созданию комфортной городской среды должны быть закреплены в генеральном плане Краснодара. Его новая версия как раз разрабатывается. За проект взялись специалисты из Санкт-Петербурга. Озеленить город – одна из ключевых задач. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования недостаточно. Она составляет 2,6 метров квадратных на человека при норме 16 метров квадратных на человека. Поэтому генеральный план будет нацелен на то, чтобы достичь нормативной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в первую очередь, зелеными насаждениями. Теперь важно не затягивать со сроками разработки самого документа.
Без генплана мы жизнь останавливаем строительную. Это тоже невозможно. Генплан – это строительная конституция. Мы не можем остановить жизнь. Поэтому нам нужны темпы. Исходя из принципа, как по зеленым зонам, надо быстро его принимать, но жестким, конкретным генпланом, который позволит нам уже развивать Краснодар, развивать, но в тех рамках, в тех параметрах, которые обеспечат развитие современного, комфортного города. Вот что нам сегодня нужно. Быстрее успеть заложить вот такой город. Эксперты из культурной столицы заверили, что для Южной работу над генеральным планом завершат к концу года. При этом за всеми изменениями можно следить онлайн на сайте генпланкраснодар.рф. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.